В сквере воинской славы 21-й магаданской школы теперь снова стоит знаменитый летающий Калашников. Самолет подарила магаданским детям 1-я воздушная армия Дальневосточного военного округа 30 лет назад. Он долгое время стоял рядом со школой клубом «Подвиг», пока в 2014 году не случился паводок. Вода размыла берег, и судно упало в реку Магаданка. Восстановить военно-исторический объект городским властям помогли специалисты организации «Национальная освободительная армия» и социальные партнеры. Открыли военно-исторический объект в торжественной обстановке. В церемонии участвовал глава города. Многие годы курсанты, руководство клуба делали все для того, чтобы мы смогли с вами посмотреть своими руками, потрогать, полазить даже по тем боевым машинам, которые ковали победу или которые стоят сегодня на обороне нашего независимого государства. Я хочу сказать спасибо всем, кто принимал в этом активное участие. МиГ-21 – истребитель третьего поколения, спроектированный ОКБ Микояна и Гуревича около 70 лет назад. Он был самым распространенным сверхзвуковым самолетом своего времени и применялся более чем в 20 государствах. Отдельное спасибо